Всем привет, с вами мистер Перец, и мы продолжаем играть в сумму. Так, мы остановились на том, что нам нужно сбежать со станции Теты. Мы добрались до лифта, но он застрял по какой-то причине. Опачки, надо быстро спускаться, наверное. Вот и быстро спустились. Вставай, Саймон. Нам надо оглядеться, что тут вообще прыгает. Вот и перекладина, которая оторвалась, видимо. Замечательно. Нам опять придется шастать по коридорам. Что за дверь? Надо найти лечилку и вообще понять, где мы. Но я уверен. Твою мать! Что за херня? Что это сейчас было? Какое-то резкое. Блин, похоже, она заразила нас как весь персонал. Блин. Что дальше-то? Ну, где картинка? Чего? Какие-то глюки у нашего Саймона. Саймон, вставай. Нас привязали к стене, по всей видимости, да? Где мы вообще опять? Вот лифт, мы отсюда пришли. Вот. Мы живы и здоровы. Эта хрень нас сразила по-любому. Вагонетка. Надо посмотреть, что в ней, хотя там взывал. Блин. Скверно. Может, нет, Кэтрин с нами не свяжется. Надо смотреться. Надо как-то смотреться, выбраться отсюда. Твою мать. Я, наверное, не так же, как они, заканчиваю, потому что я отчасти робот, да? Слышите, слышите? Блин, я его вижу. А, ну тут ходит, бродит. Ну и пусть ходит к нам-то. Нам-то чё? Мы не к нему пришли, так ведь? Чёрт, 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 чёрт. Чё тебе надо? Я не к тебе иду. Отстань от меня. Прямо за нами идет, а? А
Это что? Так, неплохая идея. Где он? Я его не вижу. По шагам он где-то там. Ладно, хрен с тобой. Открывайся. Закрывайся. Куда я попал? Так, лечилка. Давай пятюню. Отлично. Так, вроде подлечились. Давайте задерживаться здесь тоже не будем. Пойдем отсюда скорее. Что, нас никто не нашел? Так, тут вроде тихо. Тоже скверно. Очень скверно. Так, походит, а это что за кнопки? Блин, сюда кто-то идет? Блин, что делать-то? Там закрыто. Надо идти туда. Да, он сюда пришел. Давайте его обойдем по-тихому. Пока есть такая возможность. Закроем его нафиг. Так, лечиться пока не надо. А куда я попал? Болгарка. Так, я там люк открыл. Непонятно зачем. Но открыл. Давайте залезем, посмотрим. Лучше в люке, чем тут. Не то, куда глаза глядят. Вообще не понимаю, куда иду. Эта хрень тут ходит. Здесь вроде поспокойнее. Тем не менее, Саймон что-то боится немного. Я надеюсь, я правильным путем иду. Опа. Блин. Жесть какая. Хожу по... Опять. Да, сюда идет. Выключен фонарик. Куда же он пойдет? Куда же ты пойдешь? Ну иди, что встал? Тебя вообще не вижу. Где ты там? Идет, идет, идет. Копытообразное какое-то существо. Да, повернул. Мы здесь, значит. Нет, он. Он придумал. Ну давай, решайся. Ты мне путь загородил. Как-то ходит туда-сюда. Мешок с говном каким-то. Блин, я его не вижу. Где он? Он ушел обратно, назад. Вон он ходит. Так, он пошел.
прямо. Что здесь? Отказ питания, зарядите служебный аккумулятор. Где нам найти служебный аккумулятор? Походу в той двери надо найти его. Он, наверное, ходит туда-сюда. Давайте спрячемся здесь за ящиком. Да, давайте проскочим мимо. Блин, хер тут проскочишь. Нет, 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 нет. Твою мать. Надо, чтоб он прошел мимо. Так, кажется, прошел. Давайте теперь мы пройдем. Блин, Саймон. Он возвращается назад. Нас вроде не заметил. Где закрывашка? Что это за помещение? Это какое-то машинное отделение. Нам надо включить, подать питание куда-то. Так, тут вроде ничего. Ну и что дальше? Его качать надо, да? Так, зарядили. Отлично. Теперь надо вернуться к тому помещению. Какая-то лестница, но она закрыта. Так, ну здесь? Да, ну здесь она дверь открыла. То, что я дверь закрывал. Где ты, мразь? Идет прямо к нам. Да, идет прямо к нам, надо его обойти. Сейчас тихо мы обойдем. Ну и топаем отсюда. То есть мы потопаем. Оставайся тут. Так, все. Тут уже более-менее внятное помещение. Только непонятно. Прыгать, да? Вон лестница есть. Вон что-то там. Ладно. Идем сюда. Заберемся повыше, осмотримся вообще, что да как тут. Всегда успеем обратно спрыгнуть, если нужно будет. Какая-то здоровенная шахта. Куда-то вверх поднимается. Так, что тут от нас нужно? Пришли отсюда, вон какой-то проход. Ладно, давайте главное не упасть. Надеюсь, тут не обвалятся балки. Так, по лестнице вверх. Все выше и выше и выше. Так, там лестница. Может тут спуститься, но нет там. Фиг, наверное, спустимся, да? Во-во-во, у тебя голова кружится, что ли, Саймон? А повернуться-то никак, да, нельзя? Ладно, давайте спустимся. Оглядимся хотя бы. Тихо-тихо, тебя что шатает-то? Оглядимся, что здесь да как. Совсем непонятно, что тут делать. Лестница кругом. Нет, туда мы не попадем явно. Может, вот сюда надо? Где заперто?
Или туда куда-нибудь пройти, что-нибудь открыть. Никаких явных кнопок, рычагов я не вижу. Может, все-таки пытаться на эту лестницу забраться? Или не пытаться даже? Блин. Надо посмотреть, куда еще можно пройти. Какие-то трубы тут. Как их вообще сюда подняли? Так, сюда мы не попадем. Здесь решетка. Сюда. Хотел бы я посмотреть, что там. Но мы еще и там не были. Ладно. Давайте прыгнем. Блин. Прям на дно Саймон у нас запрыгивает до самого дна. Как вы думаете, если оттуда спрыгнуть, ноги сломаем? Тут ничего, ничего интересного. Так, что тут? Где лестница? Вот туда подняться. Никаких явных лестниц я не вижу. Так, сюда мы поднимались. Сюда мы не поднимались. Ага. Мусор всякий надо поубирать. О, это лечилка. Давайте подлечимся. А то мы упали там с высоты ноги. Да, так неплохо, определенно неплохо. Надо вот тут так как-то... Как туда попасть, товарищи? Что тут, как тут, куда тут? Да не запрыгнешь. Может, надо оттуда спрыгнуть? Хотя я, наверное, лечилку зря заюзал, да? Где тут лестница была? Совсем рядом. Вот так. Прям на эту арматуру прыгнуть? Нет, спасибо. Давай. Опа. Ну вот и все. А я тут мудрил. Все-то оказывается проще, чем я думал. Надеюсь, тут тварь какая-нибудь не живет. Канализация. Блин, опять мы выходим в какие-то помещения. Дверь вышиблена. Кто ее вышиб такая? Лечилка, нет, спасибо. Что это? Внимание. Непонятно, что написано. Так. Лампочки. Ёб твою мать. Откуда она здесь взялась? Опять мы куда-то попали. Блин, ты жесть какая. Нас куда-то несет по трубам.
огонь, воду и медную трубу мы прошли уже, можно сказать. У нас вон... Ага. Один из забывателей. Призраки причем. Нас вынесло в открытый океан, да? Давайте посмотрим, что с ним осталось. Так, ну видимо, те, кто спасались от этого, они пошли тем же путем на Омегу. Там этот у них тоже не сработал, поэтому он там и остался. И они пошли пешком. Собственно, мы сейчас идем тем же путем, скорее всего. Опять какие-то красные огоньки. Рыбешки. Рыбешки успокаивают. Это хорошо. А это что за шарики с красными фонариками? Что это такое? К ним можно подходить? Давайте подойдем к одному из них. Может, он там рыбу ловит? Отказ питания? И тут, по всей видимости, все такие, да? Это... Что это такое? Это... Какие-то ветряные местные... Какие-то местные ветряные мельницы или что? Ладно. Ускорим шаг. Идем побыстрее. Надеюсь, я тут никого не встречу. Хотя, кого я обманываю? Тоже кого-нибудь встречу. Ага, тоже тут лампочки указывают нам путь. Омикрон написано. Но под карантином или что это? Отказ питания. Кабель, давай. Ага. Вот один из пытавшихся. Один из беженцев. Strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. А почему тут мертвое тело-то? Что с ним случилось? Камера. Так, давайте пойдем по кабелю. Хотя кабель кого-то туда уводит. Это робот? Да, это тот робот. А тут что у нас? Понятно, тут, видимо, какая-то постройка обрушилась. Что это забывает? Пойдем этой дорогой, там кто-то говорил про какую-то пристройку. Посмотрим, что за пристройка. Интересно, тут все обустроено, да? Так, я что-то вижу, что это такое светится. Опять это по всей видимости Нио и сюда добрал еще один труп. Тут один. Fucking open! And nobody's answering to anything! Look at that cold-hearted motherfuckers! What just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit?
We are dying! How much IR have you guys got? 20 minutes, tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Понятно. Страски выбрал такой путь. А тут, видимо, пробрался, да? Или не пробрался. Отключили, наверное. Так, а тут что? Крутить что-то надо. Давайте вам инструменты. Так, отказ питания. Не работает. Давайте будем крутить это, наверное, как-нибудь. Тоже не понятно, что это такое. Не работает. Это что такое? Перед флушингом сделайте открытие и включите помпу. Флушинг. Так, помпа, наверное, это вот это, да? Перед флушингом откройте и включите помпу. Так, вот, наверное, помпа. Да, тут написано даже помпа. Теперь надо откачать все это нафиг. Ну вот, вроде получилось. Инструмент не нужен. Питания нету, все вручную сделали. Ладно. Посмотрим, что в этой пристройке нас ждет. Может быть, тут будут выжившие. Так, тихо, тихо, тихо. Вот тут кто-то есть. Кто это дышит? Что у него с головой? Тишина. I'm not getting anything. I can't read him like the others. Не читается, странно. Ладно, Кэтрин. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. I'm trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Какая-то Кэтрин у нас немногословная. Кэт, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Давайте подлечимся. Интересный диалог сейчас был. Что Кэтрин и Сэм.
How do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Так, надо восстановить питание, так понимаю, да, или что? Включено. Catherine, are we alive? Включено. That's an impossible question to answer. We lack meaningful definition. Just figure there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. Не получилось. It feels so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Так, я не совсем... Давайте здесь перегорело. Здесь пошло, перегорело, пошло, 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 та-дам! О, the terminal just lit up. Посмотрим, что на нем. Радиобуфер. Послушаем. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left, morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. То есть вот его что ли, чёрный ящик лечи? А вон ещё какая-то лестница, мы там ещё не глянем. Микрон. Карантине. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Ладно. Ты может там что-нибудь скажешь все-таки? Нет, ничего не говорит. Ладно. Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Omicron. Там кто-то шумит. А вон там еще один терминал есть. Что это шумит? Did you do that, Catherine? What? Never mind. Статус черного ящика обновления. Персонал станции Микрон. Включено. Отключено. Так, 98 год, 10-9. Пользователь Волчек. Примечание. Обновление включает черные ящики. Задействован предохранитель протокол CRTH4. Глазки. Стандартное расширение. Глазки. Калибровочный прибор. Диагностический инструмент для плана действий после удара. Непонятно. Какое-то неверное письмо, по-моему, с ошибкой. Детали нужны. Сорвари. Детали нужны для того, чтобы кран снова заработал. Теперь дело за Аллом. А чё он так кипишует? Почему ему страшно? Сорвари. Совершенно ненужное защитное давление для параноиков и злобы. Мертвые не кусаются.
Да. 5-4-2-2. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lowered into the back of a van? What are you talking about? 5-4-2-2. Давайте посмотрим, что там наверху, прежде чем вводить код. Where'd you go? Just doing some exploring. Какие-то провода, катушки. О, записка. Переадресованное сообщение. Джей Стройнер. Адаму Голландски приказано как можно скорее прибыть на Тету. Срочно. Голландски. На Тету. Тут тоже пусто. Угу. 5-4-2-2, да? Почему-то записка оказалась там. Это не голландский случайно лежит. P4-2-2. Снят, окей. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Действительно, как-то все просто. Слишком. Почему он шугается? Еще раз. Может получится. Нет, не дает. Ладно, вниз. Так, надо все, наверное, отключить, да? Угу. Открывайся. Так. Ладно, ребят. На этом серию закончим. В следующей серии обязательно посмотрим, что там на Омикроне. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и до следующих встреч.